Всем привет, друзья! Вы на канале Дудаплей, и мы играем в Hills of Steel. И сегодня мы открываем сундуки. Да, я накопил очень много сундуков, 20 сундуков. Теперь будем открывать. И посмотрим, может быть, нам что-нибудь да выпадет. Например, какой-нибудь танк. Как ты думаешь, из 20 сундуков выпадет танк новый или нет? Мы сейчас будем это проверять. Так, что у нас здесь? Так, Феникс, авиадар, монеты. Дальше. Так, Джокер, Атлас, Мина. Да еще и монет что-то мало дают. Алмазиков тоже, кстати. Вообще не дают алмазиков. Ох ты, смотри, что у нас здесь будет. Не, ничего такого интересного. Ладно. Открываем дальше. О, смотри, два самоцвета выпало у нас. Понял. Еще дальше смотрим. Так, монетки. Ну, монетки так, для красоты. 12 штук. О, два самоцвета. Хорошо. Хорош, хорош, хорош. Дальше играем. Так, опять два самоцветика. Нормально. У нас уже 158 самоцветов. Так, монеты. Это ничего интересного нет. О! А ну, танк, давай. Нету танка. Ну, только что монет чуть побольше. 7... сундучков осталось. Ничего интересного. Ой, подожди, в смысле? Алло! Не-не-не. Аккуратненько, играем дальше. Смотрим. Монетки? Нет, неинтересно. Да. Будет танк-то какой-нибудь или нет сегодня? Монеты. Да что такое? Два раза что-то нажимай. О, большой. Давай-давай-давай, танк. Давай-давай-давай. Нет, танка не было. Так, три сундука осталось у нас. Тоже ничего нету. И давайте еще раз сыграем, посмотрим. Ничего нет, пусто. И последний у нас сундук. Смотрим. Нифига. Нифига. Ладно, давайте тогда сыграем классический. Сыграем крушитель луны. Выберем, вот пусть будет, например, у нас танк какой-нибудь, оса или... Нет, я возьму Феникса. Поехали. С Фениксом нам нужно... Нам нужно, знаете, ребята, еще 400 монет, чтобы купить Фениксу. Ну, чтобы улучшить наш Феникс. Вот он будет быстрее, он будет, у него броня будет улучшенная. И что самое главное, огонь у него будет более мощнее. Вот, а это немаловажно для меня сейчас, в данный момент. Да, к сожалению, танк мы ничего не открыли, но ничего страшного. Будем играть дальше, и я думаю, мы откроем все танки. Так, 480 монеток уже. О, тихо-тихо-тихо. Так, вот этих надо. Давай я сюда. Попадай. Выучи урон-то. Я наношу вам урон или нет? Ну да, походу наношу. Ну что-то они, смотри, остановились. Да, готово. Готово, два танка мы уничтожили. Ага. Значит, у меня есть еще ремкомплект. На всякий случай. О, босс. Босс идет. Ну, за босса мы 15 монет зарабатываем. За первого. За второго больше. За второго не могу сказать сколько. Ну, знаю, что за первого 15 монет. Да, видишь, 15 монет. Так, сразу мы подлечимся. Вот так, хорошо. Подлечились. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Аккуратненько. Ребята. Не надо так сильно прям мощно идти на меня. Во. Готов. И вот этого сейчас отщелкаем. Подожди, давай сюда. Тихо-тихо. Есть, все, готов. Ага, вот еще один. Отлично. 550 монет уже. Надо 800 с чем-то. О-о-о. Танки пошли. На, получай, на, еще один есть. Так, еще один, смотри, стоит.
Так, все уничтожили. О, жирненькие, жирненькие, смотри. Кстати, можно было за вот этих вот лазерных больше давать монет. Они как бы посложнее. Вот, у нас ровный счет идет. 590, 595, 600 монет. Так, еще 3 танка. Вот это, блин, вот это я не могу достать, да? Давай, едь сюда. Есть. Ой-ой-ой-ой-ой, быстренько жарим его. Да, молодцы. Так, а тут скоро босс будет, смотри. Надо подлечиться, кстати. Есть. Подлечились, и сейчас будем босса убивать. Так, легиончика. Сейчас подъедем поближе. Опа! Ой-ой-ой-ой-ой, какой ты быстрый, слушай. А за этого сколько нам дадут? Тоже 15 монет. Тоже, ребят, 15 монет. Почему добавили бы больше монет? Каждый новый босс больше монет. Ну нет. Тогда смысла большого нету здесь. Как бы стараться бить рекорды. Смотри, сколько много танков прибежало. Офигеть просто. Все, меня просто-напросто оттуда вытаращили. Вытаращили оттуда и все. Тихо-тихо-тихо, на! Да, тяжелый был бой, нужно подлечиться. Все, подлечились. Немножко, правда. Но уже и монет, уже 700. На, получай, еще. На, держи, готов. Так, вот этого сейчас мы тоже поджарим. Чувака. Ну, я думаю, нормально таки. Так, сейчас надо нам до третьего босса дотерпеть. Так, а почему у нас монетки опять стали неровные? Неровный счет. И подожди, я что, пропустил какую-то монетку, что ли, или что? Обычно же всегда ровный счет был. Нет, а как я мог пропустить монетку? Нет, видишь, смотри. А, я так могу перевернуться, интересно? Нет, смотри, я не могу перевернуться. Сейчас я быстро назад сдам. Посмотрим. Нет, танк вообще не переворачивается, представляешь? О, кто к нам приехал? Друзья. Вы прям решили ко мне подъехать, да, сюда поближе? Так, вот этого нужно прямо вот здесь жарить. Один и второй. Готов. Да, половина здоровья уже. А до босса еще далеко. Надо попробовать. А вот смотри, сколько монет здесь? Раз. А, их под... Нифига себе. Не понял. По две монеты дают, что ли? Так, сейчас я и с этими разберусь и буду смотреть. Вот лежит монетка, да, например? Должно... Блин, да что ж... Да что ж вы мне мешаете считать, а? Смотри, по идее 805 должно быть, да? Подожди, а я не понял, почему тогда больше было монет? Странно. Или когда ты... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тихо, давайте с этими разберемся сразу. И будем там монетки смотреть. Так, ну тут много прям танков. Ну еще будет, ну танков 25 еще, наверное, приедет. Ага, вот. Я говорю, танков 25. Смотри, 46, да? Бац-бац-бац-бац-бац. 46. 4. Ну, больше монет. Не знаю, почему так. Когда ты летишь прям на эти монеты, может, поэтому? Все, давайте мне уже босса. Мне нужно подлечиться. О! Сколько танков здесь. Давай, 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 один за одним. Ой-о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 й
Ё-моё, сейчас меня взорвут, да. Да, ребята, взорвали, 800, ладно. Так, это не надо, давайте это выключим. Сколько мне там получается монеток я собрал?
463 монетки.